Рит. Ну чего, Владик, чего? Все так плохо, видишь? Апатия у меня какая-то. Апатия? Ну вот... Ты еще ничего не сделал, чтобы была апатия. Не, у меня вот каждый день сурка какой-то. Я просыпаюсь, у меня все плохо. Так. Видишь, я уже даже повесила штуки про конфликты. Там, про ой, все. Штуки про конфликты. Я так люблю всю эту вату из интернета для дебилов. А это не из интернета, это из семьи. Любой конфликт в семье, на работе, в любви и дружбе – это лишь отражение вашего внутреннего конфликта. Поэтому разбираться надо не с окружающими, разбираться надо с собой. И победить неврозы, зажить с радостью. А, это напоминает статус какого-то начинающего психолога из социальных сетей. Нет? То есть, как бы, давай так, вот можно вот это, весь этот текст в два слова сократить? Да. Пишешь «сама», пробел, «дура» и все. Зачем тебе так много текста, все равно перечитывать не будешь. А «сама дура» у тебя сразу будет на глазах. Ну, Рит. Ну ладно, Владик, ты чего-то хотел, наверное. Я хотел узнать, когда творить-то будешь, ну. Когда я услышу шедевр мировой музыки. Сейчас нас крупным планом будут снимать, я буду не в неглиже. И ты всегда в глиже. В таком глиже, что прям мать моя женщина просто. Такое глиже. Рит. Владик. Ну, Рит. Отойди, пожалуйста. Ну, Рит. Ну, куда ты? Мы тебе хит. Напишем. Вот, например, вот как тебе новый хит я тебе придумал? Давай. На Ебарова могу я положиться. Да, ну на самом деле я бы хотела петь, но это больше как хобби мы решили с Ильей. То есть Илья, да, как решили, продюсер, задушил в тебе звезду. Он понял конкуренцию, что ты опасна для него, что ты затмишь его талант. Просто там нужны деньги, а денег у нас нету. И мы решили, что надо шоурум все-таки сначала. А на шоурум денег не надо? Ну на шоурум можно вещи под реализацию взять, и можно подкопить чуть-чуть. А кто вам даст вещи под реализацию, если у вашего шоурума нет репутации, нет имени. Это когда шоурум... А Ебаров, еще... что не имя? Он у него видео... Но это не лучшее имя для шоурума. Давай так, потому что шоурум обычно открывают какие люди? Ну, типа стильняшки, правильно? А мы что, не стильняшки? Ну, как бы есть проблема в этом вопросе. Ну, вот. То есть ты мне хочешь сказать, что... Ну, как бы вот так выглядит сейчас современная молодежь, нет, правильно? Нет, у нас просто нету денег, чтобы Илье купить другие вещи. Сейчас он в старой куртке, а вообще у него новые. А на что вы шоурум-то собрались открывать, если у вас нет денег мужику купить куртку? Ой, накопим, Владик.